Всем привет, друзья! Как я и обещал, мы будем делать вскрытие топливного фильтра. Я думаю, всем интересно, что там внутри. Мне самому очень даже интересно. Приступим. Хочу сказать, я сейчас понемножку, потихоньку буду снимать верхний слой, чтобы дойти до того, чтобы стеночка была минимально тонкая. Чтобы, ну, если мы будем пилять вот так прямо в наглую, то вся стружка попадать будет туда и не будет чистоты эксперимента. Вот, я хочу, чтобы туда ничего не попало, чтобы все было чистенько там и оставался только тот мусор, который на самом деле был там. Вот, чтобы извне ничего не попало. Все, будем стараться потихонечку. Прекрасно! Вы видели, вот оно само отщелкнулось. Как только вот здесь металл стал очень тонким, оно его чего-то там... О! Класс! Так, так понимаю, оно здесь на пружине. Вот такая хрень. Так, дальше вынимаем. Это кассета у нас. Пока эту стороночку. Вот такая кассета. Так, освобождаем. Пружина. Оно вот есть резиночка. Оно состыкуется вот так вот. О! Все. Пружина такая серьезная, солидная. И вот сама кассета. Так, ее тоже нужно как-то раз это самое. Сейчас мы пока кассетку отставим. Что у нас вот здесь? Так, звонят мне. Сейчас, секунду. Внутри вон есть, я так понимаю. Вот на самом дне стояла вот эта пластмассочка, в которую вкручивается датчик загрязнения, я так понимаю. И вот видите, там есть вот внутри такая бежевая фигня, даже не знаю, как ее назвать и из чего она сделана. Но видимо по всему, что датчик входит и как-то взаимодействует с этой хренью. И, наверное, показывает какие-то там данные. Вот так вот. Не знаю. Где-то так. Теперь вот эту кассету как бы хотелось бы разобрать. Посмотреть, что там, да как там. Наверное, банально мы ее просто разрежем. Да и все. Так, ну, это, конечно, бумага. Так, нужно еще вот так разрезать. Ну, скажем так, не сильно он такой светлый. Светлая это бумага. Или, ну, скажем так, она волокнистая такая. Волокна. Вот здесь, в принципе, и собирается весь
мусор. Ничего особенного. Вот видите, волокна, оно слоями, очень много слоев. Миллионы их здесь, наверное. Вот такая хрень. Мне кажется, оно должно, если чистое, то, наверное, должно быть белой. Я так думаю. Вот. А фильтр уже такой. Не первой свежести, так скажем. Короче говоря, вы поняли, что внутри, и я тоже понял для себя. Грязный он, короче, грязный, что не говори. Я так понимаю, вот это все должно быть белым. Ладненько, все, пока-пока.